Вас сгнобят. То есть, если вы будете некомпетентны в этом вопросе, и вы не сможете людей задавить цифрами, да, когда вам будет говорить, да у меня вон сосед, что вы мне говорите, про какую любовь, он они вон там каждый вечер, там у них бутылки летают, да, табуретки. А вы тут раз и статистику, а вот у нас Росстат приводит, там, или у нас есть психолог, эксперт, мы сейчас ему позвоним, он расскажет, почему же люди себя ведут так, а вся остальная страна ведет себя по-другому. А если нет эксперта, то вот какие примерно темы можно брать? И стоит ли эти темы подытоживать каким-то выводом, ну, в плане того, что стоит, какая-то? Если у вас есть голосование, да, то есть вы задаете тему, и у вас есть там на сайте, допустим, люди голосуют, и вы даете итог, что вот наша аудитория решила вот так. То есть каждый все равно остается при своем мнении, но вот большинство наших слушателей считает, что вот, все-таки в эту сторону нужно склонить свое мнение. Тогда да. Но по поводу серьезности темы, вы должны выбирать темы, либо которые четко отражают интересы вашей аудитории, на кого вы работаете, либо это общий интерес, вы берете там какой-то вот соцопрос проведен, да, и вот знаете, вот социологи утверждают, что вот так. А давайте спросим, как у нас, что думает наша аудитория, и начинайте с ней работать. А вот 2 часа эфира вечернего шоу, стоит ли одну тему брать, или можно брать... Одна тема час. Одна тема час, даже, ну, не час, а минут 40, потому что, ну, пока там какие-то новости, пока вы разговариваете, вы тему задаете минут в 10 и закрываете ее в 50-ю минуту примерно. Угу. Потому что, опять, всегда помните, что люди очень редко слушают целый час радио. А темы, вот, 2 часа эфир, темы должны быть сопряжены в первом Нет. часу? Абсолютно. Не обязательно. Правильно. Если это какая-то очень важная тема, как у вас не хватило часа ее обсудить, то вы ее можете, конечно, принести, но поверьте мне, те, кто начинал слушать у вас в первый час, их точно не будет в конце второго часа. У вас аудитория полностью поменяется, и в итоге вы будете получать разные результаты голосования, и сами сойдете с ума. Вроде было так, а сейчас вот так. Поэтому лучше брать одну тему, задать ее, дальше чуть-чуть ее подискутировать. Задача ведущего – не вставать на какую-то сторону, если вы один ведущий. Если у вас два, вы должны четко понимать, я вот за, а ты против. И вдвоем, то есть это не важно, не обязательно ваша позиция такая в жизни. Вы должны дать понять аудитории, что может быть такой взгляд на вещь и такой взгляд. А дальше вы выбираете, на какую сторону аудитория присоединяется к вам. Спасибо. А шоу «Знакомств» на радио – это актуально? Здравствуйте. Мне 18 лет. 182 рост. 4-й размер, или там, не знаю, до 5-й груди. Блондинка, длинные волосы, там, или брюнетка, кучерявые волосы. Как вы всегда представляете? Да? И вот уже у половины мужской аудитории руки заняты. Кто вам будет звонить? Вы имеете в виду телефонами? Пытается дозвониться, да? Актуально, если у вас есть это интернет, да, где вы поддержка, там, типа, вы тут же заходите на наш сайт, вот сейчас мы в эту секунду вам показываем, дин-дин-дин-дин-дин, голосуйте за претендентов, мы принимаем голоса. А по описанию, что знакомство по голосу, ведь голос и внешность, это всегда очень, такие, знаете, противоположные вещи. Мне всегда говорили, что я 40-летний дедушка таким пузом. Когда мне было 20 лет. Просто вот мы должны вести шоу знакомств, и я думаю... Нет, смотрите, если вы приглашаете в студию претендентов, то есть у вас... Да, если мы приглашаем какого-то героя, чтобы ему звонили, да, и с ним знакомились, то... Если у вас есть герой в студии, тогда да. Тогда вы раскрываете, тогда, допустим, если у вас мужчины в студии звонят девушке, они задают ему вопросы, да, и он на них честно отвечает, что вряд ли будет. Потому что девушки обычно задают такие вопросы, на которые честно никак не ответят. Ну что, в жизни не так разве? Ты сколько получаешь? Тогда да, тогда имеет смысл. Но тогда у вас должен быть кто-то, кто будет поддерживать студии героя, потому что он в какой-то момент будет теряться. Вот здесь очень важно, чтобы не получалось как бы, да, и тишина. То есть вопрос, а человек не знает, как на него ответить. То есть ведущий должен всегда поддерживать. Спасибо. Почему она русская? Потому что я... По подаче это было мое. Видите, я какой разгильдяй. Ну, что думаете, я могу говорить на серьезные темы? Да, вообще-то да. Шалтай-болтай такой, да? То есть формат русского радио, он вот такой же. Добрый, позитивный, вроде бы как бы ни о чем, а и со смыслом с каким-то. То есть, это мое, опять же, да, вот как я говорил, что нужно заниматься тем, что тебе нравится. Вот эфир русского радио, это мое. Эфир другой, допустим, DFM, я бы там не смог. Несмотря на то, что я еще и клубный диджей, но вот в эфире этой радиостанции я бы работать не смог. Это немножко не могу.
А? Нет, а вы знаете, у них немножко другое вообще программирование в целом. У них ведущие не доносят мысль, скажем так, да, то есть у них четко они берут интонацию, у них всех одинаковые. Они называют предыдущего исполнителя. Кайли Минок только что прозвучала на Европе плюс. Это Европа плюс. Очень скоро мы будем играть. Звоните в нашу студию на Европе плюс. Все. Это радио Европа плюс. Притом, как они работают? Они нанимают человека нового, заключая с ним на год контракт по минимальной ставке. Потом человек уходит в отпуск, и при выходе из отпуска контракт ему не продлевают. Так они работают последние лет 7. Да. Ну, кроме тех, кто, да, там, шоу, которые бы там, или там Антон Камолов, который к ним сейчас перешел. Ну, вот он может еще что-то говорить от себя. Все остальное это вот так. То есть, это не мой формат, опять же. То есть, я вот чувствую себя вот хорошо на русском радио. Да. Почему в ночной эфир на русском радио никогда не попадешь? Стрессовая большая. Знаете, работа ведущего на радио, она по нагрузке приравнивается к космонавту. И нам вообще по нашему законодательству должны выдавать молоко за вредность. Потому что человек должен контролировать очень много процессов одновременно. То есть на Европе плюс, если у них там сидит свой отдельный звукорежиссер, а ведущий только говорит, то у нас мы сами подбираем джинглы, это вот эти музыкальные вставки, которые соединяют две песни, и сами делаем склейки вот эти все, то есть у каждого диджея разный микс. Мы вот это все технически готовим весь час. Мы придумываем, что мы будем говорить, и контролируем, вот это же прямой эфир, то есть нужно принять звонок, нужно прочитать смс-ки, отобрать из этого вот там из нескольких тысяч какие-то более-менее, которые еще можно прочитать. То есть каждую секунду идет очень-очень такой тяжелый процесс. Ночная смена, помимо того, что она ночная, она еще и самая длинная, 7 часов. Девочки просто не выдерживают, то есть физически не выдерживают. Они потом, потому что, ну, у девочек сложнее, да, бывают там дни, когда тяжело, физически тяжело, и еще такой стресс. Ну, все мы знаем, да, там на уроке физкультуры 3 раза в месяц у девочек такие дни наступают. Не могу идти на физкультуру. Поэтому, да, просто физически тяжело. А работали ли вы в эфир с партнером? И что понравилось больше, самостоятельно? С кем? С партнером. Дуэт? Аспа. А мне сказали, с поджором. Кто мне там поджирал? Здесь это должна быть такая, как семья. Вы должны с взглядом понимать друг друга. Потому что если кого-то будет нести, да, кто-то будет на себя перетягивать одеяло, это будет вам неудобно. А слушателю очень важно, чтобы, если это пара, чтобы был конфликт. То есть почему, когда, если вы делаете шоу, вы берете тему, то один, допустим, там, не знаю, там, за там, снег в марте, другой против снега в марте. Один доказывает, что снег в марте это круто, потому что грязи нет, а потом все быстро растает. А другой говорит, да задолбала эта весна, зима, хоть чтобы в марте уже там тюльпаны расцвели. И должен быть конфликт. И вот вы доказываете друг другу. То есть если у вас нет конфликта, слушать вас неинтересно. Потому что вы вдвоем толдычите одно и то же, а у меня совершенно другая позиция. А можно тогда продолжить? Да. А как вам тогда работа с Викторией Бонни? И в одно время вели с ней космополитную видеоверсию? Ну, у нас была задача разговорить человека, который... Вы у нас... как вести? Нет, мы с Викой всегда давили. То есть мы были в конфликте с человеком, которого приглашали. Ну, в таком, знаете, нейтральном конфликте. Допустим, у нас был очень сложный эфир, когда к нам приехала Германика, которая просто легла на диван. Нет, она всегда очень сложно. И она, ну никак, она говорит, мне не интересно, я ничего не хочу. И здесь очень важна подготовка к эфиру, подготовка к шоу. Я готовился к этой съемке, и я начинаю говорить, слушай, ну а ты же, когда училась, писала дипломные работы и курсовые за своих друзей. И тут она встает такая, откуда ты это знаешь? Я говорю, ну, друзья рассказали. И все, это ее зацепило, и вот теперь ей стало интересно. Потому что что-то пошло лично. Я говорю, ну расскажи, а как учились? А списывали? А как шпоры писали? А отвлекали там препода, да, там, как это все? И все, и ей стало интересно, она стала рассказывать. Это уже потом в передачу не вошло, но мы уже ей стало интересно нам что-то говорить, и мы уже стали задавать свои вопросы, которые нужны для программы. Или там Ксюша Собчак, когда к нам пришла, тоже, ну как-то вот так. Я говорю, она начинает рассказывать про какого-то высокого мужика, с которым спортсмен высокий, познакомилась, я говорю, Ксюша. Ну тебе же нравятся такие вот лет 40, невысокие, коренастенькие. А, ты с пузиками, говорю. Ну да, вот с пузиками. Откуда ты это знаешь? А я просто послушал ее эфиры, смотрел перед ее интервью, послушал ее эфиры на других радиостанциях, и где-то она просто проболталась. Вот так вот раз. И тем самым я ее зацепил, так на крючочек, да, такой. И ей стало тоже интересно со мной общаться.
Все, и разговор пошел. Поэтому всегда нужно готовиться. Но при этом, если вы берете интервью, есть всегда темы табу. Да? То есть вы никогда не лезете к человеку в постель, если это не провокационная программа, специально для этого сделанная. Вы никогда не говорите о религии с человеком. И там о его семье. То есть то, что может лично затронуть человека, когда он может, у него будет повод встать и сказать, ты хам, и уйти. Но на самом деле для этого и была эта программа сделана, потому что Вика сидела и говорит, сейчас она приедет, сейчас я ей дам. Я говорю, Вика, давай мы 30 минут запишем, чтобы хотя бы было, что она уйдет, она правда уйдет.